Открываем официальные пробы пива общества «Безбаб». Толян, собирай мужиков. Организация «Безбаб» выбирает новое официальное пиво. Не продавать после 2000 года. Я их не продаю, я их ем. Может показаться, что «Безбаб» — это сборище тупых, необразованных бездельников и старперов. Но это не так. На самом деле, мы сила, которая скоро изменит этот мир. Даш, смотри. Зимний чехол на машину. Он стоит дороже, чем твоя пятерка. А при чем здесь пятерка? Купим подарок твоей маме. Платье. Как раз ее размерчик. Слушай, может быть, лучше швабру? Ну, чтобы убрать за Витьком, когда его, сам понимаешь. Швабру? Швабра читает. Как ты мог врать отцу? После тех страданий, той боли, которую я испытал, чтобы зачать тебя. Тебе не стыдно? Очередная годовщина свадьбы. Как такое могло случиться? Я ж только что был в школе. За что? Почему? Я ж ничего плохого не сделал. Так, заткнулись. А на сэкономленные деньги? Я купил подарок вашей мамаше. Волосатую обертку от шоколадки? Слушай, ты безмозглое подобие собаки. Блошиное общежитие. Главный пожиратель моей зарплаты. Где моя цепочка? Ну, что молчишь? Пап, не думаю, что он нам вот так вот все расскажет. Почему? Он собака. Ой, привет, Ген. Привет, Даша. А что ты делаешь? Телек смотрю. А может, ты его включишь? Нет. Ген, надеюсь, ты не собираешься туда идти, ведь отбирать хлеб у стариков – это нечестно и подло с твоей стороны. Ты что, Лен? Разве я на такое способен? Завтра же пойду в собес и получу эти талоны. Между прочим, ты, Даш, если б любила, меня тоже могла бы давно умереть. Ну так это если б любила. Тём, давай лучше поиграем в прятки. Давай. Чёрт ты водишь? Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать, кто не спрятался, я не виноват. Ну вот полчаса спокойной жизни. Ген, а мне кусочек? Смотри, сынок, когда-то этот тренажер стоял в спортшколе. Ну, кому он там нужен? Ну что, все довольны? Ну, тогда всем спокойной ночи.